Здравствуйте, друзья. Мы с вами на нашем строительном объекте. Мы были здесь на выходных, да? Мы были. Да. Hi. 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 Ну что мы видим? Это праймером покрасили. Это праймер или color? This is the color. Это, оказывается, не праймер. Это будет цвет. Это цвет настоящий, который будет. Давайте поближе подойдем. Нам показалось, что такое светленькое, что, наверное, это будет не настоящий цвет, а вот как бы так вот. А. Ну хорошо. Так, по идее, тут должны быть покрасочные работы. Но если не полным ходом, то близко к тому. Ну вот вы видите. Так, ну что, Свет, а это тоже окончательно? Или это просто? This is primer. Окей, primer. Это значит просто, это под покраску. Ну что, все такое светлое. Да, как-то уже, знаете, цивильно получается. Вот когда фанера, там всякие такие дела, то кажется, что стройка идет полным ходом. А так вот уже, когда отделка, как-то уже вот чувствуется завершение. Тут у нас будет световой такой туннель с крыши. Это не цвет еще. Я говорю, что световой туннель здесь должен быть. Да, два. Два. А второй где? Вот один тут, один. А что же они так уже все заделали, а потом... А это не важно, это все равно финишно делается. Угу. Ну что скажешь? Я покажу стенки уже финальные. А уже как должно, как будет? Да, как будет. Так, давай. Ты знаешь, мне кажется, что здесь камере не за что захватиться. Так вот, да. Ну, hello. Вот, а это скромненько просто. Вот это вот будущее, так сказать... Собственно, уже финальная покраска. Такая, она off-white, такая желтоватенькая, да? Ну да, желтоватенькая, потом беленький, вся комната выглядит. Вот я пытаюсь передать качество. Да, вот стенки, вот это вот, orange peel, вот это, да? Как бы апельсиновая шкурка. Апельсиновая шкурка, это прям все свеженькое. И так же будет в ванной тоже. Это они специально затянули там полиэтиленом, чтобы под покраску. А что это вот на полу? Люк, что ли, какой? Ну нет, уже старые полы, вот это вот доски. А, это просто... Было, там, видно, вскрывали, помнишь, дырки были? Помню, вскрывали пол, да. И чтобы трубу проложить. Ну хорошо, ладно. Нет, тут туалетик будет и шкафчик. А, так это под туалет просто штука. Вот, да, вот это, вот это под будущий туалет. А здесь рядом будет, вот видишь, вот торчат из стены. Да, вижу, это под умывальничек. Симпатичненько, такой, знаешь, очень такой свежий, да? Ну так, подожди, значит, стенка будет такая желтоватая, а потолок такой беленький. Вот беленький. Да. Ну, чтобы такая свежесть была. И все это для рентала должно быть все такое нейтральное. То есть для сдачи в аренду? Да, люди не любят, когда им навязывают какие-то цвета, у них свои мебели и все это, поэтому считается, что нужно взять нейтральные цвета, никого не задевать. Да, я помню, с каким-то риэлтором мы беседовали, и он говорит, ну вот, например, если тебе хочется построить бассейн в форме рояля, то потом трудно будет дальше кому-то... Ну, я думаю, что бассейн в форме рояля, это как бы так мелочь, а вот люди не любят. Я помню, что у нас самая первая наша квартира, мы когда уехали туда, у нас денег сильно не было, и мы решили в ванной комнате поклеить обои. Купили английские обои, тогда обои было полно всюду. Сейчас их идем перестали продавать, сейчас, да. Вот, такие красивые, английские, с такими цветами большими. Мы их сами клеили. Сами клеили их, а потом через сколько-то лет, когда мы съехали, стали сдавать эту квартиру. Люди говорят, нельзя отсюда эти обои убрать. А они уже начали немножко отколупываться, и заменить было нечем. В общем, это было целое дело их убирать. Так что наш опыт показывает, что только вот краска, нейтральненько, все так спокойненько, уравновешенно. Вот там человек щеткой такой мажет, я хотел ребятам показать, чтобы они не думали, что, поверите, как-то иначе красят. Там, ну, вот таким, валиком, да, вот таким, ну, я извиняюсь, валиком.
Светлана говорит, что уже вот есть ощущение дома. И я то же самое говорил, вот стоя на этом месте минуту назад, потому что, ну вот, да, понимаешь, когда доска, когда, ну, фактура деревянная вот видна со всех сторон, и ты понимаешь, что это стройка. Но самое главное, что когда здесь были доски, да, это место было довольно-таки темным. Да. Теперь, когда оно стало, ну, еще праймер, конечно, не покрашен, но все равно оно стало... Праймер — это грунтовка по-русски. Грунтовка стала светом. Дай-ка я туда гляну. Куда? Ну, вот на основном номером. Ну, довольно светло. Оно не смотрит в темное помещение. Нет, оно уже не темное. Оно не темное, хотя... В прошлый раз мы приходили, и ты говорила, окна света не дают. Да, но они действительно не дают света, но когда светлая покраска, то достаточно, вот все-таки там дверь балконная. Самое главное, вот отсюда свет идет. Объясни мне, Светик, когда у нас появится... Это же кухня здесь должна быть, вот тут. Кухня, да, вот умывальник, да. Ну и когда будет кухня? Ну, сейчас мы полы положим. Светочка, объясни, вот ты сейчас парню говорила, что это здесь будет какой-то акцентный цвет. Да, да. Значит, все цвета у нас, в общем-то, очень умеренные. Такая нейтральная нейтральная гамма. То есть они все будут довольно-таки такие очень простенькие, без ярких красок. Но для того, чтобы все-таки как-то выделить, все-таки эта стенка, на ней будет телевизор, мы тут сделаем такую стеночку, куда можно будет поставить ящички, шкафчики и так далее. То есть вот эта стена у нас будет акцентная. Ты говори в камеру. Да, и вот это. Я в камеру. Ну, а как я показывать могу? Я же не могу вот так показывать. Можешь, ты руками туда, а лицом сюда. Вот, тоже очень сложно. Я планирую, что вот это вот место, оно будет такое очень уютное. С одной стороны, вот здесь вот будет кухня, да? А это место перед кухней. И это не дайнинг, потому что дайнинг будет отдельно. Это будет тоже такое дополнительное, как бы, сидячее место. Ну, назови его, я не знаю, как family room, living room. То есть, в моем понимании, да, здесь должен вставать маленький диванчик стоять, а здесь будет стоять, может быть, там какой-то письменный столик, где люди могут биллы свои писать, компьютер поставить и так далее. Здесь будет очень уютное местечко, поэтому эта стенка тоже остается акцентной. Акцентный, что это будет? Это немножко выделено другим цветом. Очень нет, таким... нет, я не спрашиваю, что такое акцентное, я спрашиваю, каким цветом? Ну, ты знаешь, что у меня с собой нету этих цветов, но я уже дала им... А, то есть у нас есть расцветовка. Да, да. Я взяла просто... Дело в том, что в магазинах они продаются прямо вот какими-то наборами красок, да? Да. И они говорят, нейтральные цвета. Да? И там много-много цветов. И они уже так подобраны, что они все друг с другом должны сочетаться нормально. Гармонировать. Вот. Поэтому вот будет весь один цвет, а это будет вот немножко чуть-чуть другого цвета. Оно будет более такое... кремовато-баклажанное такое чуть-чуть, а все стеночки будут желтенькие, они все вместе будут хорошо смотреться. А в этой нишке вот тоже, значит, стеночка будет желтенькая, да? Так. Вот. А вот эта нишка? Вот, а вот эта в нишке, да, она будет вот в этой нишке кремовато, на фоне вот этого желтого она будет хорошо так смотреться. Да, вот тут гараж наш, а вот, вот она стеночка, и это уже окончательный ее цвет. Вот она беленькая, вот тут окна. Ну что же, вот так, так будет выглядеть. Свет, а что будет вот, вот эта тропка, которая сейчас под ногами, там с остатками цемента и краски и так далее, ну, вот что будет тут на земле? Краски уберут, я думаю, что мы ее засыпем, вот так как у нас дома сделано, таким, это очень мелкая такая, почти песок, песок. И просто утрамбуют ее с правильным... наклоном от дома, да, чтобы вода не стекала, текла к соседям. Да, и все, я думаю, что тут не нужно нам ничего делать, она будет кабеленькая, будет очень красивая. Вот видите, как красит он таким, фактически аэрозоль такая, да, у нее получается. Да. И звук от насоса, который гонит, он там рычажок нажимает, и насос отзывается. Быстро, слушай, раз, быстро, раз, быстро, раз, молодцом. Раз, и все.